Молодое производство в Химках уже 3 года изготавливает бетонную мозаику терраца. Это разновидность плитки, которая сделана по старинной итальянской технологии из мрамора, стекла и гранитной крошки. История мозаики терраца насчитывает тысячелетия. Этим покрытием украшали свои дома еще римские патриции. Теперь экзотическим материалом могут декорировать помещения и жители Химок. В квартирах, в домах можно использовать в качестве подоконников, столешниц, пол, стены. В общем, везде, где можно использовать натуральный камень. Предприятие по производству плитки получило региональную субсидию в размере более 6 миллионов рублей. Как развивается компания, проверили представители малого бизнеса совместно с лидером движения общественной поддержки «Химок». Встречу провели в рамках программы «Выбирай свое». Уникальность данного производства заключается в том, что все производится из российских материалов. На данном предприятии полный цикл производства от изготовления начальных плит, их обработки, полировки и дальнейшего бесшовного монтажа. Процесс создания бетонной мозаики непрост. Сначала подбор цвета камня, затем состава плитки и связующих компонентов. По словам генерального директора компании-производителя, внешний вид материала придумывают дизайнеры, а специалисты предприятия воплощают идеи художников в реальный интерьер. Год назад компания получила средства, реинвестировала их. На сегодняшний день мы уже видим совсем другой масштаб, нежели тот, что был в прошлом году. В этом году также компания собирается подавать на субсидии и также будет развиваться. Бетонные мозаики химкинского предприятия уже украсили Южный речной вокзал, музей Кремля, здание правительства Москвы и многие другие знаковые объекты. Мозаика терраца, как утверждают специалисты, отличается долговечностью и простотой в реставрации. Помимо прочего, стоимость такой плитки, произведенной в России, значительно ниже импортной. Сервер Бекмамбетов, Андрей Панченко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.